Ladies and gentlemen, welcome to Bad with a Mister, Volume 2. Presented by Max Bowen. Мое продюсирование музыки началось как раз с Петрока, Джей Дилла, МФ Дума и, конечно, сэмплов с пластинок. Но потом я начал чувствовать, что музыка, которую я создаю, на самом деле не моя музыка. И как раз на решение этой проблемы появился мой первый синт Microkorg XL+. И с тех пор уже прошло пару лет, и синтезаторы стали, наверное, самым главным инструментом в создании моей музыки. Пока писал этот микстейп, слушал огромное количество новой музыки. За этот год появились два исполнителя, Mind Design и Flying Lotus, которые прям полностью перевернули мой взгляд на музыку. Один привносил эмоцию, а другой — дикую музыкальность. Каждый новый трек я начинаю с выбора BPM. Обычно случайно попадается звук, на котором все и строится. Когда я чувствую, что я вот-вот перегорю, сразу делаю перерыв. И не важно, чем заниматься, главное — отвлечься хотя бы на час. И когда возвращаешься, то этот трек, ты его слушаешь, думаешь, боже, это самая крутая вещь на свете. И сейчас я его сделаю просто в миллион раз круче. Работа над Bad Weather Days, особенно когда была плохая погода, когда я садился писать трек, я не ожидал от него ничего. Я не ожидал от него никакого настроения, никакой эмоции. Я просто садился и думал, что что будет, то будет. Ну и, собственно, так и в основном происходило. Но раньше были какие-то тревожные, неспокойные моменты, в которых я старался найти идею, из которой потом получился бы трек. Со временем я избавился от этого предубеждения, что мне нужны негативные эмоции или подавленное состояние для творческого процесса. И в данный момент я даже не стремлюсь донести какую-то глубокую мысль. Для меня сейчас самое главное — это музыкальность и межжанровость. И научиться доносить до слушателей эмоцию, создавая такие инструментальные треки. Без слов и текста достаточно сложно донести какую-то смысловую нагрузку. Но заставить человека что-то чувствовать внутри себя достаточно просто.